Московском академическом театре имени Вахтангова состоялась премьера спектакля «Конарния», созданного по мотивам рассказов Исаака Бабеля. В главных ролях лауреат Ленинской премии Михаил Ульянов, народная артистка республики Юлия Борисова, народный артист Советского Союза Николай Гриценко, заслуженный артист республики Юрий Яковлев. Конармейцев концерт самодеятельности. Но короток отдых между боями. Товарищи бойцы Красной Конницы, пока глаза наши ищут радость, а душа покоя, мировая Антанта засекает нас из своего бинокля. Враг прорвал фронт под Люблином. Есть предложение вылезти из этих коробок, оседлать коней и задать врагу сердцу стремительным рейдом. Не доносить тебе, Панфил, тутских штанов до зимы! 100 петелей с крапивой подсад тому Филтуткову! Даешь победу! Да! По ветрам клонится, и кубина солон, выше красная, выше конница, от восторга на спектакль, поставленный народным артистом СССР Рубеном Симоновым, посвящен 50-летию советской власти. Призывался сочетать яркость сценического зрелища с глубоким психологическим рисунком актерских образов. Цыганка Маша, Людмила Максакова. Thank you.
Сегодня идет «Принцесса Турандот», спектакль, который прошел через всю историю Вахтанговского театра. Добрый вечер, товарищи. Внимание, внимание, прошу к началу спектакля. Прошу к началу спектакля. Поставил пьесу по роману Достоевского «Идиот». Мрачные стены рогожинского особняка, как в Росгорсхольме, обозначены сукнами. Здесь обречено на гибель все светлое, умное, доброе. Рогожин Михаил Ульянов, князь Мышкин Николай Гриценко. Коли с того крыльца вошли, то уж и двор. Мать, князь! Что? Где Настасья Филипповна? Она здесь. Здесь. Сюда пойдем. Ты бы свечку зажег. Нет! Не надо. Садись. Посидим. Пока. Рогожин, где же Настасья Филипповна? Там. Спит. Алюш, пойдем. Только ты. Ну да пойдем. Чему? Беда. Я чуть вижу кровать. Подойди. Поближе-то. Выйдем! 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 Постановщик спектакля «Идиот» Александра Ремезова стремилась по-вахтанговски раскрыть на сцене образы Достоевского, показать свет и мрак души человеческой. Скажи мне, чем ты ее? Ножом? Ножом. Тем самым? Тем самым. Ах, да, хотел, ты в карты с ней играл. Играл, да? Играл. Где же карты? А вот карты здесь. Карты играли в карты этими, да? Я так хотел посмотреть. Но ничего. Ничего они теперь не помогут. Что?
школу приехал. Из-за него... А помнишь, как она в огонь, а деньги бросила? На крыльцо, на крыльцо вышла. Бабушка, карет. Сейчас, доктор, сейчас. О, как здесь страшно, доктор. Как страшно в этом мире. Как страшно.